прятки. Сейчас вы все увидите, мам. Давай. С кем будем играть в прятки? С Мишкой. Вот, читает. Ребята, привет. Будем сегодня играть в прятки. Мишка будет вас искать? Да. Давайте, кто лучше спрячется и кого позже найдет и Мишка, можно... тот будет выигрывать. Считаем только... Мам, считаем... ждем 5-2 часа. Два часа ждем? Да, смотри. Два часа. Два часа считаем. Два часа считаем. И 3 часа ищем. Считать до скольки мне? До 10? Медведь спрашивает. До 10 считаем? Да, нет. Нам нужно по времени. Можно не считать. 2 часа и 3 часа ищем. 2 часа. Все, давайте, прячьтесь. Медведь начинает считать. Нет. Ты считай лучше Ронни, то вдруг мы заходим где-то спрятаться. Поняла, комнат у нас не так много, поэтому медведь уходит в ванну и будет там считать. У-у-у, тут темно. О, включили нам свет. Закрывает медведь. Все, пока, Ника, будем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Кто не спрятался, я не виноват. Идем искать с Мишкой мы вас. О, Мишка открывает дверь. Тяжело. Так, так, так. Пойдем искать ребят. Где мои ребятки? Начнем с этой комнаты. Горилла, подскажи нам, где спрятались малыши? Ага, Горилла молчит, не признается. Идем искать. Может быть, они спрятались под кроватями? Давай проверять. Да-да-да-да, под этой кроватью нету. О, кажется, мы кого-то нашли. Дамирку нашли. Так, Дамир зарабатывает 1 балл. Так, Дамир, медведь должен сам найти. Больше тут, по-моему, Ники нигде нету. Нету, нету. Идем искать Нику дальше. Так, закрываем свет, выключаем и идем искать. Еще у нас одна комната. Будем смотреть. Так, так, так. Опа! Нет, Ники тут нет. Может, в этом углу? Ника, вылази! Нет, Дамир, наверное, она туда не влезет. Очень мало места, да? Да. Может, она вышла на балкон, на запрещенную территорию? Ну-ка посмотрим. Посмотрим. Нет, не видно. На балкон, ребятишкам, одним нельзя выходить. Кто-то лежал на моей кровати. По-моему, кровать мятая. Ну-ка заглянем туда. Заглянем, заглянем. Ну что там, Мишка, есть Ника? Нету Мишки. По-моему, ее нашел Дамир. Побежали. Бежим, 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 бежим. Вот. Ку-ку, Ника, Дамир тебя нашел. И Ника зарабатывает 2 балла, а Дамир 1. Дамир, кстати, у него 1 балл. У Дамира 1 балл, потому что Мишка нашел его первым, а у тебя 2. Ты спряталась лучше. Дамир, ты там слышишь? У тебя 1 балл, пока Ника лидирует. Знаю, знаю. Знаешь, что, давайте... Давайте спрятаться дальше. Давай, считай, Ваня, опять. Так, Мишка пошел в ванну опять считать. Прячься, Дамир, в этот раз лучше. Эй, драться нельзя. Нельзя драться, я побежал считать ванну. Я тебя спасаю. Все, давайте. Прячьтесь хорошо в этот раз. Начинаю считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дольше считать, это быстрее. Не дали подглянуть Мишке. Так хотелось подглянуть и быстрее их найти. Хорошо, придется считать по-честному. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто не спрятался, я не виноват. Ой, ну что-то она совсем долго прячется. Могла бы раз и спрятаться. Еще раз считаю до 10. Если не спрячешься, то получается, что ты проиграла.
И у тебя будет 0 баллов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я иду тебя искать. Кто не спрятался? Я не виноват. Та-да-да-дам. Открывает Мишка дверь. Ух, она тяжело открывается. Все, все спрятались. Иду искать. Может, кто-то спрятался в этом рюкзаке? Кто же тут спрятался? Ника, Дамир, ты тут? Кто же там, интересно, в этом рюкзаке спрятался? Ребята, вы тут? Ну, они, наверное, большие сильно, Мишка. Они не влезли сюда. Давай посмотрим, что в этом рюкзаке у нас. О, я тебе помогу. Смотри, кто тут спрятался. Твой друг Мишка. Мишка, ты видел ребятишек, куда они попрятались? Это твой брат-близнец, что ли? Наверное, это близнецы у нас тут. Видел? Нет, не видел, говорит Мишка. Сидел в закрытом рюкзаке и ничего не видел. Хорошо, пойду, значит, искать я дальше. Начнем мы с кровати. В прошлый раз мы нашли тут Дамира. Так, под кроватями ничего нету. Хорошо, будем искать дальше. Может, под столом? Под столом тут нету. Мы нашли Никуську. Привет! У тебя 1 балл. Так, теперь... У меня не 1 балл, у меня 2 балла. 2 осталось. А у Дамира только тоже. 2 плюс 1, у тебя 3 балла. А раз Дамира мы сейчас найдем вторым, у него уже будет 2 балла. Так. У меня 2. Ты... Под кроватью. Под кроватью? Ну-ка, давай смотреть. Да! Под кроватью? Да. Под кроватью, вот оно, Дамир. Вылазь, вылазь, Дамир. У меня 2 балла. 2 плюс 1, это у вас по 3. Итак, у нас ничья. Пока есть 3 балла у Никуси и 3 балла у Дамируси. И сейчас... Почему 2? Все правильно. Один раз первого Дамира нашла, второй раз первую тебя нашла. Поэтому у вас по 3 балла с Мишкой. И Мишка мне говорит, что сейчас в третьем раунде мы выберем победителя, кто из вас выиграет. Дамир, нельзя так? Нет, не победитель. На кровати, да? Нет, третий раунд покажет победителя. Давайте будем, мы уходим с Мишкой считать, а вы в этот раз спрячетесь очень хорошо. Это победный раунд. Все, готовы? Да, мы да, опять уходим. Я не спрячусь. Давайте, хорошо, быстренько прячьтесь. Мы с Мишкой уходим считать. Все, пока-пока. Я не в этот кафе. Итак, Мишка, мы снова с тобой считаем. Давай считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10! Кто не спрятался? Я не виноват! Кто у нас же будет победителем? Ника или Дамир? Сейчас мы узнаем. Я не спряталась. А что ты так долго прячешься? Потому что я хочу секретик. Ой, давай. Ох, и Ника хочет выбрать какое-то секретное место. Хочет найти, наверное, мне место для берлоги, чтобы я там всю зиму спал и никто меня не нашел. Ника, я продолжаю считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кто не спрятался, я не виноват. Сейчас проверим. Секретное место они захотели спрятаться. Так, подозрительный шкаф у нас тут есть. Ну, начнем опять с этой комнаты. Ребятки нам уже не подсказывают. Заглянем под кровать. Опа! Опа-опа, никого. Уже поняли, что мы их тут легко находим. А там в прошлый раз была Ника за углом пряталась. Опа! И тут никого, одни провода какие-то. Ладно, Мишка, идем дальше.
Идем с тобой дальше искать наших друзей. Мне кажется, кто-то тут в шкафу. В шкафах вообще-то мама не разрешает прятаться. Ага, Дамира мы нашли. Дамирку мы нашли. У Дамира 1 балл. Как я слезу? А вот эта задачка такая сложная. Как ты слезешь, Дамир? Давай, вылази отсюда. Вылази, сына. Ты застрял? Дамир застрял. Ха-ха-ха. Давай, Дамирка, слазь. Вот так вот на коробках сидеть. Нет? Все, Дамир будет тут. Пока, Дамир. Пока. А где же наша Ника? Может, она под кроватью? Опа! Под кроватью никого. Будем искать дальше. Как-то ты слезешь отсюда? Давай, искать дальше. Тут тоже никого. Может, в шкафу? Может, Ника спряталась в шкафу? Открывай, Мишка. Опа. Нет, тут одна мамина одежда. Одна мамина. Тесно. Дамир, куда ты залез? Куда-куда? В шкаф. В шкаф? Да. Может, там наверху? Нет, там тоже только мамины шляпы. Идем искать Нику, Дамир. Посмотри, есть там Ника? Нет, не могу достать. Нет, я вижу, я ж высокая. Мы с Мишкой видим, нету там Ники. Да, нет. Может, она под картиной спряталась? Ты думаешь, она бы влезла сюда? Не. Не влезла бы. Ника ж у нас побольше. А может, за дверью? Ну-ка. Опа! Нет, и тут нету Ники. Ну, пойдем искать нашу победительницу. Я думаю, она... Победила, да? Да, она хитро где-то спряталась. Тут тоже нету. На кухне нигде не спрячешься. Очень странно. Куда она могла спрятаться? Она с тобой в шкаф случайно не залезла во вторую половину? Нет, не залезла. И вправду нету. Откуда она? Куда? Она ценится. Что ли? Ну она ж не могла у папы спрятаться в комнате. Перебежала, может, сюда? Нет, тут никого нету. Никого. Откуда? Ника, подай голос. Да, где ты? Я даже под кроватью не посмотрю. Нет. Ника, ты где? Мы тебя ищем, Никуся. Под столом, может? Под столом нету. На балконе нету. Нигде нету. Ну, пойдем посмотрим у папы. Открывай. Папа тут работает у нас. Может, она в этом шкафу спряталась, сынок? Вот она! Ты спряталась в секретной комнате у папы. И ты победила! Ребята, всем пока! Мы еще увидимся. Все подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делайте сердечки. Это диаветик. И больше нас смотрите. Мы очень подписывайтесь на наш канал. Пока. Пока. Пока.